вами являемся свидетелями открытия новой котельной группы ЖКХ Республики Саха-Якутия. И думаю, что вот без источника теплоснабжения, без таких важных объектов не будет жизни населения, не будут строиться новые здания социальных наших учреждений. Разрешите вот получить от правительства вам микроволновую печь. Это у меня традиционно. Я в системе жилищно-коммунального хозяйства, так как мужчины всегда хотят кушать, они всегда голодные. Thank you.